В свой 28-й день рождения телескоп Хаббл, как и в предыдущие годы, отпраздновал годовщину своего запуска новым захватывающим снимком космоса. Это изображение Хаббла отправляет нас в путешествие по впечатляющей туманности Лагуна, которая не такая мирная и идилличная, как предполагает ее название. «24 апреля 1990 года телескоп Хаббл был запущен на околоземную орбиту на космическом челноке Discovery. Амбициозная миссия стала возможной благодаря успешному сотрудничеству между НАСА и Европейским космическим агентством. Благодаря этому сотрудничеству телескоп Хаббл смог произвести переворот в наших представлениях о Вселенной, совершив потрясающие открытия. Отмечая свой успех, каждый год телескоп Хаббл использует небольшую часть своего времени наблюдения для того, чтобы создать праздничное изображение и продемонстрировать нам красоту космоса. В 2018 году таким изображением стала фотография красочной туманности Лагуна, колоссального межзвездного облака газа и пыли, расположенного на расстоянии около 5000 световых лет от нас, в созвездии Стрельца. Из-за большого относительного размера туманности телескоп Хаббл способен захватить лишь ее часть. Но этот крупный план демонстрирует потрясающие детали. Как и другие области звездообразования, туманность Лагуна может похвастаться множеством больших горячих звезд. Их ультрафиолетовое излучение ионизирует окружающий газ, заставляя его ярко сиять и принимать необычные формы. Туманность отличается жутковатыми канатовидными межзвездными структурами из пыли и газа. В некоторых местах чрезвычайно плотная пыль блокирует свет фоновых звезд. Эти скопления газа постепенно разрушаются под их собственной гравитацией. Однажды в их сердцевине сформируются новые звезды. Универсальные инструменты Хаббла и его возможности по исследованию инфракрасного диапазона позволили ему всмотреться в пылевые облака. Эти наблюдения показали удивительную внутреннюю сложность туманности, а также молодые звезды внутри нее. Однажды, когда эти звезды умрут, они вернут вещество обратно в туманность, и оно послужит материалом для нового поколения звезд. Этот цикл рождения и смерти звезд будет продолжаться, образуя красивые формы, потоки вещества и создавая игру света и тени по всей прекрасной туманности Лагуна. Thank you.